Все в полном порядке, продолжаем. Достаточно силен. Давайте отойдем. Я вижу, что у кого-то повреждена амуниция. Я, кстати, вижу еще один ход в пещеру. Я думаю, что заглянем. Однозначно заглянем. А у кого амуниция-то повреждена? Ага. Она не повреждена, он ее не может носить. А, она не исследована, зараза. Так, отдыхайте все, ребята. Нет, сейчас проверим. Ой-ой-ой. У берсеркера вообще все, что можно, уже поломалось. Чиним. Маску надо исследовать. Секами. Ну, маска как маска. Пока магу ее вручим. Вот какие-то вот таким отрядом поработаем. Вот. Тут тоже требуется ремонт. По деньгам 9000 монет. Ну, в принципе, более-менее. Может быть, улучшить как-то доспех, допустим, командира нашего. Давайте попробуем улучшить доспех нашего командира. Кстати, я помню, что-то мы там для Нинди делали. У него все есть? У него все есть. Может быть... Нет, давайте лучше улучшим оружие наших бойцов, да? Силач, допустим, заказать. Он... Я не знаю, на что потратить. Уже все улучшено. Так это надо отдавать. Я недостаточно силен.
все уже и так улучшено. Ладно, давайте улучшим доспех командира. Так, изменить. Компонент воды. Усилители какие есть? Никаких, к чертям собачьим, нету. Давайте компонент огня накидаем туда. Часть не подходит к данному предмету. Так вот, накидаем по максимуму. Все равно их до хрена у нас. Так, и жмем выполнить. Посмотрим, что получится. Три с половиной тысячи будет это стоить. Все, продвиг... А, нет, давайте пещеру зачищать. Пещеру начнем зачищать. Так, я думаю, что пора тактическое отступление сделать. Надавали по щам. Сейчас воскресим толстяка. Вернем в отряд лучника и мага. Погнали, рискнем здоровьем. Так, там до сих пор куется доспех. Так, уходим, уходим. Да. Наваляли щей. Ждем, ждем выздоровления. Все отдохнули. Пытка номер два. Кстати, кузнец уже должен был изготовить улучшение доспеха для командира. Так, защита 149, плюс 30 к силе, 30 к выносливости. Ну, наверное, это здорово. Продлевающий жизнь кунемиси. 30 к силе, 30 к выносливости. Сколько денег осталось? 5000. Давайте еще что-нибудь для кого-нибудь улучшим. Кстати, вот требуется ремонт. Что еще можно улучшить. Опаньки. У командира нет маски. Пока пускай вот эту наденет. Черт возьми, он и эту не может одеть. Минимальные характеристики ему высокие нужны, сукин сын.
Я не знаю, что улучшить. Давайте, деньги пока есть. Из резервного отряда тоже сейчас кому-нибудь что-нибудь улучшим. У этого вот древкого оружия, Катакама Яри. Возможно, что скоро он сможет использовать уже более крутое оружие, и тогда смысла модернизации уже не будет. .25-60 он может использовать. Ого! 30-60. Силы требуется 220, у него 204. Давайте закажем для толстяка Великий Яри 25-60 урона. Это для толстяка. Процесс пошел, а мы возвращаемся в пещеру. Так, маг, отдыхай. Маг откинулся. Воскресили. Так. Собираем шмотки. Так, так, так. Не-не-не-не-не. Надо уходить тогда. То меня там заклюют. Снимаем проклятие. О нет, минуту с лишним. Жесть. Это очень долго. Так, ну тогда берем резервный отряд и возвращаемся. Это еще что за гномики? У силача новый уровень. Здорово. Отходим. Так, если у силача новый уровень, у него проблемы с использованием масок. Ему надо ки все-таки. Придется прокачать ему ки. Как ни крути. Так, магию он у нас использует какую? Магию использует дух льда. Водичка. Дух льда. Я не понял, а что, максимальный уровень? Черт возьми, а... Дух льда-то уже до упора прокачан. Надо ему что-то другое тогда качать. Дух огня. Yeah.
тогда ладно, не будем тратить его очки. Будем копить. Кстати, кузнец там что-то изготавливал. Изготавливал как раз для толстяка. Вручаем толстяку этот меч. Этот отдаем. Так, у лучника сломался лук. У вас недостаточно золота. Держи. Так, ну у силачу мы повысили ки до 55. Значит, он какую-то из масок все-таки сможет применить. Смотрим, что там есть у мага. А вот, есть масочка. Возврат ущерба 20%. Минимальный ки. Здорово, применили. Так, от этой маской избавляемся однозначно. Так, это что, снять проклятие? Сняли проклятие. Урон 30-60. Силы 220 требуется. Прочность шикарная. Это надо силаку, силачу отдать. Так. Тут масочку богу воды. Достаточно силен. Исследуем. Плюс 9 к ловкости. Ни о чем. Тоже ни о чем. Ну что, погнали? Новый уровень. Так, магу, у мага новый уровень. Он в основном, что мы можем ему? Земляное заклинание можем прокачать? Да, знак земли. Ну а характеристики, естественно, ки. И поднимаем. Вода, тут знак воды. Огонь. Молния. Так. Занимаемся инвентарем. Thank you.
гнилой гайки. К вашим... У вас на глазах. Все отдыхают. Баяню 18-80 доп золота. Я недостаточно силен. Я недостаточно силен. Так, давайте улучшим доспех. Последний раз у нас повышение уровня было у мага, я помню, да? Давайте как раз-таки магу посмотрим. Может быть, можно заказать какие-то доспехи более хорошие для него? Боги не могут принять это. Вот, кстати, маска неисследованная у командира. Возврат ущерба 20%. Посредственная маска. Защита никчемная. Голова не варит. Что я хотел-то? У вас недостаточно золота. Этот предмет не требует. Так, продолжим. Мне нужно отойти, продолжим позже. Все, передохнули. Передохнули. Так, что-то я хотел, но уже не помню, чего хотел.
А, нам нужно было избавиться от хлама. Так, нужно исследовать вот эту цепь. Плюс 10 ки. Так, кому можно вручить? Давайте из резервного состава. Посмотрим, кому можно вручить эту цепочку. Плюс 10 ки. Так, вот этому давайте отдадим. Так, это... это водичка. Все, погнали. Так, а почему маг не использует... почему маг не использует магию, я не понял. Отступаем, блядь. Почему маг не использует магию? Новый уровень у мечника, кстати. Чё, ему ловкость? Давайте посмотрим, что можно заказать для мечника. У него... ух, какой... ну, у него хороший меч. 100-175. То, что требует ловкости, но, Дима, ловкости-то ему и не хватает. Такого мы тут ничего не находим. Что ему качать? Силу? Сила влияет на ущерб. Давайте силу прокачаем. Так, магия. Магия он использует у нас. Лавину. Магия он использует лавину. Половина это вода. Сделали. Так я не понял, почему маг не использовал сейчас магию? Знак земли. Вот сейчас у него знак земли стоит. Хорошо. Продолжаем набег. Откуда херачит? Отлично. Новый уровень у ниндзи. Ниндзи мы повышаем ловкость. Магия, магия, какая у него магия? Дух льда. Дальше я не знаю, что прокачивать. Давайте пособираем добро. Кстати, что с деньгами? Денег 6000, можно улучшить доспех. Допустим, ниндзи. Я помню, я давно хотел улучшить доспех ниндзи. К обаянию.
Кстати, возможно, что мы можем заменить оружие командира. 25-55. Смотрим, что тут можно ему приобрести. 25-60, я вижу. Древковое оружие. Давайте закажем великий ярик для командира. Блин, тут не тупик явно. Нет, маг пускай отдыхает. Вот так вот. Что там происходит, сука? Да. Тяжелый был бой. Ну чё? Все отдыхать, давайте я займусь пока инвентарем. Кузнец еще 1.5 минуты будет изготавливать оружие. Долго. Ладно, в общем, пропустим этот момент. Я дождусь, пока все выздоровеют. Так, вот готово оружие для командира. Так, это мы, наверное, подарим магу, само собой. Так, сейчас нужно воскресить толстяка. Вот, значит... Сейчас будем это оружие улучшать. Денежки вроде есть. Это, знаете, прежде чем его улучшать, нужно почистить инвентарь. Давайте сейчас изучим все, что можно. Даем. Маг богу воды. Четыре очка воды мы получили.
Вакуум 125-130, энергия 66. А земля? Урон. Энергия 88. Давайте знак льда будем использовать. Как-то мне кажется, это более эффективно. Не знаю почему. Так, что дальше? Что там? А, нам теперь нужно улучшить. Улучшить нужно доспех. А, оружие, вернее, оружие командира. Вот это вот великий Яри. Так, изменить. Я недостаточно силен. Так, значит, улучшаем. Нам нужен... Здесь это компоненты земли. Серебряный слиток. Компоненты земли. Теперь нужны земляные компоненты, воздействующие на оружие. Ну что, вот так вот? И все, 6 тысяч монет. Больше нет у нас все равно. А, нет, 5800. А у нас 6700. Вот, зараза. Не хватает. А, может быть... У ребят из второго резервного отряда что-то есть. Что ты? По деньгам. Потому что я помню, кто-то собирал монеты. Вот 730 монет. Здорово. У силача оказалось. Так, теперь у нас 7500 монет. И все равно не хватает. 7500 монет. Нужно что-то еще добавить земляного. Почему подсказка не вылазит, сука? Вот компонент земли, но это не по карману. Эта часть не подходит к данному предмету. Камушков накидать. 7500. Давайте камней добавим туда. Так, и один камень убираем. Вот так вот, под завязку. Создаем. 3 минуты 40 секунд. Это займет по времени. Так, комплектуем отряд. Допустим, вот так вот. Вперед. Я не помню, в какую сторону мы уже шли, по-моему, вот туда. Не-не-не, погодите, нам направо, да. Так, мы пришли туда же, откуда вышли, как я понял, да? Нам вот сюда. Zoom it!
Так, справились. Справились. Новый уровень у лучника. Так, лучнику что повышать? Даже не знаю, потому что, как я понял, кузнец занят. Давайте пока магии разберемся. Лучник у нас использует гнев земли. Сделали. Так, сейчас дождемся, когда будет готов. Готово оружие для командира. Вручим ему это оружие. Так, Атакама Яри пускай отдает. Так, что получилось? Плюс 30 к выносливости, ущерб от земли 6-18, повышенная прочность. Ну да, конечно, не ахти. Не ахти получилось улучшение. Так, это отдаем. Так, редактор назначения. Первичным, да, это оружие. Смотрим, можем ли мы лучнику заказать, допустим, лук более хороший. Дальнего действия. У него 20-40 лук. Нет, ничего мы ему лучшего не закажем. Тогда давайте повысим ему, я даже не знаю, силу. Давайте силу, чтобы он это мог более хорошие доспехи носить. И сразу тогда посмотрим, можем ли мы заказать доспехи для него поприличнее. У него 17, 20, 13. Смотрим. Да, по ноже у него слабенький. Мы уже видим, что можем по ноже заказать более достойные. Да и наруч тоже. Так, по ножке давайте. По ноже 27. Во. Их закажем. Тем чуваком его собирают. Ну ладно, пускай лучник пока соберет. Куда они там побежали? Так, сейчас вручим лучнику по ноже. Сделали ему по ноже, сделаем более хорошие наручи. Переодеваем лучника. Блядь, что там? Кого-то долбят. Так, лучнику заказываем наручи.
А мы, кстати, не можем наручи ему уже нацепить, которые были, потому что не хватает силы. Интересно, интересно. Так, ну значит, значит, надо улучшить защиту ног ему. Вот чего я думаю. Давайте прикажем нашему командиру улучшить защиту ног у лучника. Денег нет, зараза. Компонент молнии. Не. Ни о чем. Цена 80 монет. Вы что, издеваетесь? Ни хрена неэффективно будет. Так, вот так вот. Вот так вот сделаем. Посмотрим, что из этого получится. Что могли, то и сделали. Повышенная защита, повышенная прочность. 5 баллов здоровья, возврат ущерба сойдет. Так, взяли. Так, теперь нам нужно улучшить древковое оружие. Нет, мы его не улучшим, потому что оно уже и так улучшено. Починить поножи. К обаянию надо кому? Наверное, никому не надо. Так, из второго отряда посмотрим. Может, кому-то 30 к обаянию? Нет, никому не надо к обаянию ничего. Древкого оружия Тецубо. Это... даем. Все, погнали дальше. Так, а вот здесь мы уже были. Это мы куда вышли-то? Не понимаю, куда мы вышли, но здесь мы были. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, я так понимаю, мы эту пещеру, значит, осмотрели. Много сокровищ, здорово.
Тоцукики! Так, куда-то вышли, к какому-то телепорту. Выйти-то вышли, а вот уйдем ли, вот в чем вопрос. Ну, наверное, уйдем. Наверное, уйдем. Так, всем тогда отдыхать. Я пока пособираю шмотки. Что это за северо-восточный склон? Северо-восточный склон. Эти мы все открыли телепорты. Но вот здесь вот эти склоны, видимо, до хрена времени можно обхаживать, прокачиваясь. Сбагриваем. Ух ты! Ловкость 75. Ловкость 200 требуется, но зато урон 75-150. Неплохо. Ловкость 200. Но это кому? Это ниндзи? Можно отдать. Он у нас ближайший кандидат, чтобы стать ловким. Давайте ниндзя отдадим. Силы не хватает. Значит, магу отдаем. Мага не надо, ниндзя берем. А вот там мы еще не были. Наверху. Не, подождите, наверху давайте проверим сперва. Куда ведет дорога? Или не будем проверять? Я не знаю. Ой, блядь. Заметался. Ну, давайте наверх пойдем.
Так, и куда мы вышли? Двор замка. Нет, двор замка нам пока не надо. Двор замка пока не надо. Будем все склоны обходить. Нехило досталось. Сейчас кого-нибудь воскресим и продолжим. Убираем хабр. Че, тупик? Кажется, мы дошли до тупика. Дайте мне предмет, который вы хотите опознать. Лучника нужно сейчас воскресить. Ждем чуть-чуть. Я пока не знаю дальше, куда идти. Наверх будет двор замка. Это мы уже проверили. Я не знаю, всю я эту локацию обошел или не всю. Эту пещеру мы посетили. Я пришел туда же. Я не знаю, я все эти пещеры облазил или не все.
Давайте в пещеру сейчас еще раз заглянем. Убедимся, что она полностью зачищена. Видимо, полностью. Так. Значит, что нужно сделать? Тогда идем в двор замка. А как еще? Я даже не знаю тогда, куда идти. В двор замка идем. В двор замка, а потом-таки придется с этим жрецом драться. Двор замка, друзья. Ну, я не понял. Нет, все правильно, мы пришли. Значит, что я слышу там? Что я там слышу, господи? Так, давайте соберем отряд. Погнали. Да уж, ну и звуки. Тут явно обитель зла. Так, наверное, надо сохраниться, ребят. Я думаю, что надо сохраниться. Сохраняемся.